На ученом совете директор Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета Сергей Мосин представил доклад о создании единого центра развития информатизации КФУ. В его составе окажутся Центр информационного развития и Центр информационных технологий. Им станет департамент по информатизации и связи. Центр развития информатизации позволит разрабатывать передовые информационные технологии, а Центр информационных технологий внедрять их в бизнес-процессы структурных подразделений. Хотелось, чтобы мы научились зарабатывать на IT-направлении, хоть на образовательных проектах, хоть на исполнении каких-то заказов. Второе, мы научились выполнять все необходимые вещи для собственного университета самостоятельно, апробировав их на площадке собственного университета, далее транслировать другим. Да, пока мы только покупаем. Не менее важным вопросом является и повышение конкурентоспособности Казанского федерального университета. С докладом на эту тему выступил проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиуллин. Проректором было выделено 25 инициатив для повышения позиции университета. Ключевыми стали академическая репутация, публикационная активность и взаимодействие с работодателями. Большой резерв для нашего роста – это академическая репутация и репутация работодателей. И кто может выступать работодателем – это наши партнеры, с кем есть у нас хороший опыт, хорошие результаты и кто нацелен на долгосрочное и серьезное взаимодействие. Также на ученом совете были разобраны вопросы о реорганизации структуры Елабужского института КФУ и выдвижении студентов, обучающихся на гуманитарных направлениях, к участию в конкурсе на получение стипендии Оксфордского российского фонда. В завершении ученого совета состоялось присвоение ученых званий. Свою награду получил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Ей стали лента и медаль премии «Роза мира». Эта награда обращается ректору, понятно, генералу армии университетской, но это благодарность и самой армии. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз.